куда мы сегодня приехали? В магазин. Мы приехали сегодня покупать бабушке подарочки. Первый мы уже купили, нашу красавицу белую орхидею бабушка нам заказывала. Мы с Маюшкой выбрали. Маюша выбрала, конечно, ну кто же еще может выбрать? Да, и сейчас пойдем еще одну покупать, да? Сейчас мы еще одну пойдем выберем, красавицу, какую-то уже другого цвета. А потом куда мы пойдем? А потом мы пойдем в Макдональдс, правильно. Да, мы покажем, какие там игрушки есть. Ну, я уже знаю, конечно, что Маюша выберет. Да, сейчас пойдем купим еще одну орхидею, потом в Макис сходим. Все, пошли следующую выбирать орхидею. А какая тебе там понравилась? Вот мы смотрели. Розовая? Ну, понятно. Ну, кто ж сомневался, что тебе понравится роза? Тащит бабушки. Беленькая, ну там это тоже большая беленькая, красивая, да? Давай посмотрим, пойдем. Что, ломается? Улетает. Улетает наша красавица. А ну, подержи. Вот так вот и держи. Да? Держи. Ну что, погнали? Только смотри, чтобы не перевернулась. Пошли, дедушки, да? Соберем наши орхидеи. Вот такую еще красавицу мы купили, да? Такого бордового красивого цвета. Да? Кто выбрал? Все орхидеи выбрала кто? Майя все выбрала, конечно. Да? Подарок бабушке выбрала. Бабушка просила орхидеи. Ничего такая вообще. Чудо маленькое. Давай перейдем дорогу. Куда Маюха пришла? Майя пришла в Макдональдс. Пойдем посмотрим, что там за игрушки. И пойдем что-то, какой-то хэппи-мильчик съедим, да? Да, дочь? Давай, бежи в парад. Давай, дверь. Сколько людей, как обычно, да? Давай пойдем посмотрим, что там у нас есть. Котика? А они мягенькие, да, такие котики? Точно котика? Уверена? Ну погнали. Встанем в очередь. Саша. Встанем в очередь и закажем, да? Вот мы заказ наш сделали. А ну, покажи коробку классную. Такая прикольная коробочка сделали. Дай я посмотрю коробочку. Вся тайная жизнь животных, прям капец. Ага. Чудики, ну давай, открывай. Ну, все знают, что там тебе подойдет, попадется, так как ты у нас с каналом, да, кошки-мышки. Опачки. Так, видите, дочь шлепнется, останетесь без мороженого. Да-да-да-да. Что же там? Котик, конечно же. Что бы это еще могло быть, если не котик, да? Что, никак? Нет. Ага. Ага, наверное. Ты куда делаешь? А погодь, твой котик не открывается, не хочет. А? Конечно. О, годится, срабила. Ну что ты? Нате вашу картофан. И ваш чиз. Приятного аппетита, приходите еще. Ну что, там показывай, давай игрушку свою показывай. Прикольная? Да. Ух, какой он злой. Давай милой. Что-то он какой-то слишком злой. Мне страшно. Добрый? Да посмотри в его глаза. Сонный, да? Он будет спать. Спит. Бедный кот. Замучили его, да? Ты его замучила? Нет. Не, не ты, а кто?
Наверное, сам. Он хочет ночью гулять. Капец какой. Наверное, он устал сидеть там. Ну да? Ты что? В коробке. Угу. Ну понятно, конечно. Может, я его вытащила. Хай не где спать, что спит. Ты смотри, а то он поест всю твою еду. Маюша, не труси шерстью над котом. Да? Ну что, будем кушать? Выпросила розовый? Что, зелененький, нет? Розовый прикольный. На батуте? Да. Бум-бум-бала-бум. Ку-ку. Ку-ку. У меня нет. Мадам Брошкина, вы где? Я спряталась. Ку-ку. Смотрите, мой шал. Там чьи-то ручки дергаются. Да? Ручки чьи-то дергаются там. Ку-ку. Кот упал. Смотри, какой у меня котик. А мы же видели уже. Вот какой. Ну давай. Ставь лайк. Да. Ставь лайк. Goodbye.